Привет, друзья! Ну что ж, мы продолжаем прохождение игры Souls Project. Проект, короче, Souls'а. Собственно, так, у нас тут солнышко, да? Получается, мы в прошлый раз начали... Что это? Растение, что ли? Мы в прошлый раз начали таскать какие-то запчастульки в корабль. Так, ну здесь я вроде все же тогда читал, да? Надеюсь, ничего это... Не сбросилось по дефолту, я думаю, вроде сохранение это было. Укрылся я в пещере, там, по-моему, холодно было. Ночью, в общем, лучше не ходить, потому что ночью холодно. Плюс постоянно здесь погода реально меняется очень-очень кардинально и быстро. Да, здесь я был. То дождь, то знойная жара, то метеоритный дождь, то снег и холодно. Поэтому мне нужно сейчас искать запчасти. Маяк я забрал, потому что он меня больше дезориентировал, нежели ориентировал. Так, ладно, пойдем сейчас я отнесу запчасти, которые у меня уже, в принципе, есть. Только бы вспомнить, где я. Подожди. Так, да, куда-то сюда я тогда шел. Помятники тут. И мне нужно, получается, еще насобирать, да? Так. Так, ну это я читал, да, это все я смотрел уже. В принципе. Тут все осматривал. Так. Тут ничего нету. Там я тоже был. Ничего интересного пока я тут не вижу. Сейчас добежим. Может быть, там еще появятся какие-то маячки, которые мне будут показывать, где мне искать то, что мне нужно. Хотя вот надо здесь корабли, получается, осматривать. Они должны быть все эти запчасти необходимые мне у остатков корабля. Так. Камень. Камень мне не надо. Так, по показателям у меня все вроде более-менее... Пока нормально, есть не хочу, вроде пить тоже. Температура жизненная моя нормальная. Помирать не будем. Ладно, пошли. Пойду схожу еще раз наверх, воткну то, что нашел. По сути, там на самом деле немало запчастей-то так надо. Я надеюсь, меня не откатило же назад, ну вроде нет. Ну, по крайней мере, там метеориты там где-то летают. В общем, самое страшное на данный момент это метеоритный дождь. Это, как ни крути, зиму ладно, зиму еще, ну как бы, ночью еще можно как-то пережить. Хотя, по-моему, уже вечереет, да? Надо где-то будет утаиться и поспать до утра, чтобы, ну, не это, ночью не шариться, когда ему холодно, потому что костер я достаю, у меня сразу... Да смотри, нет, сейчас FPS нормально, видать, может быть, ну, то, что комп надо было в прошлый раз просто перезагрузить, и все было бы хорошо. Так, у нас есть, кстати, радиоприемник. Все, там даже музыка играет. Или что это такое, я не знаю, тяжело это назвать музыкой, я не знаю, что это за... Не слушаю, даже какая-то музыка. Мне намного приятнее нравится, не знаю, слышно, но мне, мне приятнее на самом деле, когда... Так, это что такое? Съедобно. Раз съедобно, значит... Это флаг, блин, я думал, тут уже это... Угроза обезвоживания, а! Давай попьем, не беда. Так, обезвоживание. Блин, вроде я не так давно вроде пил, а уже опять обезвоживание. Так, там мы, в принципе, можем пополнить запасы воды. А что такое? Просто какая-то часть корабля, видать, нашего. Так, вот, блин, тут раскидано как-то все так. Разбросано, расшвырено. Так, это у нас охраненочка, да, получается? А как это так? Как это так? Я первый раз ее не заметил, что ли? Так, и наберем сразу бутылочку, да? У нас две бутылки. Вторая у нас пустая, да? Саня, все, у нас две бутылки заполнены, отлично. Я считаю, мы успешный человек, теперь у нас есть вода. Когда у тебя есть вода, ты просто... Почему, когда я шагаю, у меня звук, как будто кто-то справа шагает. Это как бы нормально? Так, пойдем-ка осмотрим, что здесь у нас. Что-то я эту не помню штуку-то, кстати. А здесь, слушай, я не был. Ух ты. Это что такое? Ключ. Логично. Так, это что? Похоже, такое-то говно. А, растение. Губка. А, растение, губка. Ну, где-то я уже такой подбирал. Так, это у нас, по-моему, лекарство, да? Ладно, если что, запомню, что здесь есть лекарство. И, кстати, здесь можно там... Ну, свет горит. В принципе, можно будет даже там переждать, может быть... Какую-то непогоду, которая, кстати, у нас надвигается. Ну ладно, сначала пойду схожу до корабля.
Ну или да, что это такое, спутник какой-то, сигнал, который будет передавать. В общем, до него схожу, вот то, что я нашел. Какие запчастульки я нашел. И надо подумать, где их еще искать. Так, вот там вот я не был. Мне кажется, туда надо идти. Так, что у меня есть? Так. Что за звуки? Постоянно теперь смотрю на небо, потому что, блин, мало ли что, постоянно может быть какая-нибудь ерунда. Так, ну вроде все, больше здесь ничего я, да, не нашел. Ветрено, блин. Что-то, слушай, гроза какая-то надвигается, что ли, местная? И опять холодно начинается. Надо, блин, мне кажется, лучше переждать ночь в убежище. Мать твою. Пошел-ка я, наверное, там сейчас пережду, ну и нафиг, ночь. Заморозки. Сейчас он начнет температуру терять, опять начнется паника, что у него гипертония начнется. Нафиг. Пережду я там в этом здании, где нашел ключ какой-то. Блин, такие... Это что такое? Это смерть, ты посмотри. А что за музыка-то такая? Бляха-муха. Да ну вас нафиг, вы что, угораете? О! Смотри, что-то вылезло, какие-то маячки. Блин, это реально страшно. Очень, по-моему, кстати, громкая игра сейчас у меня, по крайней мере, в ушах. Я не знаю, надеюсь, у вас не сильно. Так, это что тут пишет? Ардар Сум стоял здесь и изгонял. Блин, не трясись! Ой! Ёбаный гроб! А-а-а! Куда бежать? Щеми! Физические ногти. Ох, твою мать. Поспал, блин. Уйди отсюда. Где ты? Охренеть, блин. Ты видел, как она близко была? Фух. Ну, вроде она уходит. Да-да-да, вроде пошло дальше. Блин. Почитал сообщение, мать ее. Ладно, я лучше здесь. Если получится, я здесь пережду лучше до утра. Фу, я. Вот это я очканул сейчас. Спать. Плохая погода. В смысле, ты что, не можешь спать в плохую погоду? Что еще делать в плохую погоду? Ну, ты же не на улице. Ты как бы типа в помещении. Да ладно тебе, а. Да погода уже нормальная. Главное, все, пойдем, надо читать. Плохая погода, не спи. Сидя, не спи, блин. Ё-моё, голову нагнешь, не спи. Пьешь, не спи. Все, не спи, то не спи, блин, капец. Сум стоял здесь и издал. Так, с неба зло, магия. Прикла нас на зловещий от зловещего космоса. Это и была сейчас магия зловещего космоса. Так, ну какие-то маяки там повылазили, но я сейчас просто банально не это. Ну не вижу ничего, надо идти днем. Так, еда, да? Я думаю, надо поесть, в любом случае. Так, растение, это что такое? Съедобно, давай сожрем, чего нет. Давай сожрем растение. Так, все, это за собой возьмем запас. Ну что, погода-то устаканилась, что, может, часто поспишь? Ну как устаканилась? Давай поспим, и все нормально. Я не хочу просто до пещеры опять возвращаться. Это дофига делов. А ты задрал, какая... Ясно. Ладно, тогда спать не будем. Погода у нас не та. Ну, надо спрятаться, получается, нормально у меня. Пещера, все такое. Ладно, сейчас тогда пока ночь осмотрю здесь. Опачки. Так, это что такое? Объедить. О, кувалда. Кювалда. Где она? Вот она, кювалда.
кувалда, тяжелый ватный... А, важный, важный инструмент. И чем он в нем важен? Ну-ка. Что я могу с ним сделать, интересно? Не, ну я могу колотить все подряд. Ну-ка, это, могу колотить? Нет. Замерзает. Угроза, ага. Ой, блин, надо бежать обратно к пещеру. Ладно, сейчас. Так, ну ладно, в общем-то я выспался. Кое-как спасся, чуть не помер, блин, там. Так, я хочу здесь до этого корабля слазить. Мне кажется, для него есть смысл слазить. Вот, тут конструкция. И если что... Так, давай возьмем вот это вот наше оборудование. Ой, нафиг, уберу его. Что-то мне все светящееся здесь просаживает FPS. Я ничего не понимаю. Все работало нормально, сейчас вот вредничать начала, да? Так, ну-ка давай-ка. Просто берешь что-то светящееся, сразу просто... Так, понятно. О! Сразу просто начинает все лэгать. Так, хорошо, дальше пока сами залезем. Так. Я надеюсь, что сюда не зря лезу. Просто он уже сколько раз мне бросается в глаза, и я... Так, что там? Я вот хочу сюда все-таки слазить уже раз и навсегда, и... Так, куда бы там... Не, туда не очень хорошая идея. Давай туда. Да что ты, не. Нет. Да ёпта. Что-то не понял, куда-то там улетело. Ой, не, ну я так упаду, наверное. Сука. Вот, давай. Не, куда-то она вниз там, по-моему, порхала, да? Да чтоб тебя... Стой! Вот. Нет, туда точно не надо. Давай внутрь. Давай, прыжок... Ой, блин. Давай отсюда обойдем, я не знаю. Тихо. Да. О, давай туда. Так, отлично. Не знаю вообще, нужно ли мне сюда, не нужно, но я просто хочу посмотреть. Так, там у нас ничего нету. Белый день, я тут теряю время для того, что на скалы лезу. Ну блин, мало ли, может здесь тоже что-то интересное. Не зря же здесь этот корабль, правильно, лежит. Так, лежать, отлично. Ошибся. Так, ну-ка, если туда сразу... О, отлично. Только бы сейчас не соскользнуть бы с него. Так. О! Сука. Блин. Чутка ли здоровье подушатал, ну ничего страшного. В общем, ничего здесь интересного, походу, нет, да? Тихо. Спокойно. Да, ничего здесь, походу, нету интересного, блин. Ну ладно, зато я слазил и в этом узнал. А то бы так и был в неведении. Тихо. Оп. Так, ну слушай, тогда дальше можно пролезть еще. Ладно, короче, спускаемся, идем дальше, ладно. Время терять не хочу. Блин. Так, здоровья мало, надо часик хотя бы поспать. Давай часик. Погода плохая, да ты задрала, блин. Ладно, если что, я знаю, где есть лекарство. Не помрем, ладно, пошли. Пришлось возвращаться обратно до пещеры, потому что... И зря я маячок забрал, потому что ту пещеру, в которой я был, я не нашел. Нашел какую-то другую, в ней спрятался и... Да ладно, сука, да что ж так не везет-то, а? Мне сегодня... Твою мать. Где-то здесь слева должна быть такая небольшая, не то что пещера, но... Блин, у меня здоровья нет, я сейчас одно попадание, я сдохну. Вот, давай. Тихо, нах. А, вот она, пещера эта. А я ее искал, блин, найти не мог, ё-моё. Тихо ты. Что
Игра спокойна. О, нифига вспышки какие. Вроде я нахожусь в безопасном месте, все равно здесь вспышки видать, да? Наверное, все-таки я здесь маячок оставлю. Потому что без маячка здесь вообще печально. Так. Давай-ка брошу один маячок, да? Оп. Все, теперь буду еще на него ориентироваться. Так, и здесь мы, в принципе, можем немножко поспать. Пока там проходит этот метеоритный дождь. Я здесь отдохну. Чувствую, я опять сейчас до ночи ничего не сделаю. Мне надо там обыскать, сходить там, посмотреть, что я там активировал этим ключом. Обязательно, просто по-любому, иначе никак. Так, здоровья мало, мало здоровья. Ладно, давай еще спать. Ну, походу, сейчас, если выйду ночью, еще буду спать до утра, в общем. Проведем все время во сне. Сейчас только надо будет попить, поесть. Там, в принципе, запасы есть. Но если что, сходим туда, где этот маяк был наверху. Там, в принципе, запасы еды, воды и лекарства есть. Так. Жалко, тут не показывается, сколько, который сейчас час, например, да, вот получается. Я не могу сориентироваться по времени, сколько сейчас времени, допустим. Вот, это, конечно, очень-очень плохо. Так, все, мы попили. Калорий, кстати, у нас мало. У меня есть что-нибудь поесть? Должно быть. Да, есть еда местная. Так. Калории подросли, зато немножко жижи убавилось. Так, ладно, пойду схожу. Кстати, вот здесь быстрее будет выйти, да, по-моему? Посмотрим, что там, ночь, да? Да, ночь, все ясно. Ждем до утра. Ладно. Так, ну ладно, в общем-то, все, я выспался, утро настало. Я сейчас подобрал специально так, чтобы раннее-раннее утро. Сейчас там еще как раз тубана, по-моему, даже, если я не ошибаюсь. И мы пойдем быстренько, пока божий день, белый день. Мы, собственно, быстренько сейчас это все дело осмотрим. Посмотрим, что там за маяки вылезли, когда этот гребаный смерч начался. И, собственно, в общем-то, и все остальное. Сейчас я это тут только доберу. Здесь я оставил маячок. Теперь, если что, буду здесь это место находить. Так, усиление получено, все. Опять же пасмурно, но надеюсь, что больше сегодня ничего не будет, никаких метеоритных дождей, ни хера этой беды никакой не будет, а то, если честно, все это дело меня уже, если честно, изрядно, изрядно меня это дело повымотало туда-сюда бегать, от всего шкериться, всего бояться, ну, ладно, что делать, умирать-то не хочется, мы же должны выживать, мы должны как-то исследовать и выживать. Блин, ну здесь очень много, кстати, факторов, которые могут... Ой, простите. Которые могут нас, на нас повлиять. Мы тоже можем сдохнуть. Если здесь какие-то еще будут и пришельцы, это вообще будет зашиби вся. Просто огонь будет. Надеюсь, что... Хотя как надеюсь? Если будет, будет интереснее, будет сложнее. Так, слушай, по-моему, вот эти вот... Вот эти, по-моему, хрени, да, повылазили? Ну-ка. Вот этих треугольников-то я не помню. Вот это место было, вот этих маячков-то или треугольники я не помню. Ведущие куда-то вдаль. Ну ладно, сначала наверх схожу. И оттуда сориентируюсь, чтобы было яснее. Так, вон там еще островок. И надо уже двигаться дальше, потому что я очень сильно долго застрял на одном месте с этой гребаной ночью. То ночь, то срач, то еще что-то. В общем, сейчас мы здесь будем и сразу начнем двигаться дальше. Запчасти буду искать по мере возможности. Специально прямо сейчас искать их я не буду. Буду просто исследовать. Ну и думаю, будут сами находиться. Получается, мне нужно вот эту левую часть... Вот там вот надо как-то туда попасть, интересно, как, я не знаю, в воде, ну, вода, наверное, холодная, он, наверное, замерзнет нафиг, просто если плыть, мне почему-то кажется. Он, блин, если ночью-то замерзает, или когда идет дождь, он замерзает, то уж в воде, то, я думаю, он вообще там очумеет. Поэтому надо это дело все как-то обдумать, посмотреть, может быть, где-то какой-то есть мост, проход, телепорт, не знаю, подводная какая-нибудь пещера, фиг его знает. Блин, ну, эти статуи, конечно, меня очень сильно напрягают, страшные они, капец. Так, ну все, в общем-то, мы здесь, да? У нас появилась кувалда, которую я... Так. Которую я пока еще не знаю, как точно реализовать. Так, здесь они вот есть. Так, вот этот шар, вот к нему идет тоже что-то. Но он, получается, будет запитает наш маяк, да? Я так понимаю, ну-ка. С ним воздействия никакого нет. Это типа генератора, что-то, мне кажется, да? Так, вот... Получается, я оттуда пришел, да? Да ладно. А, ну да, вот оттуда, нифига себе. Я такой круг сделал. Так, погоди. Интересно. Интересно все это дело пляшет. Да, вот я это дело активировал. Ну-ка, если я буду деактивировать, что-нибудь будет происходить?
Но они вылазят сами, они как бы, я их активирую постоянно. И они такие чик-чик-чик. Это что такое? Опачки. Что я сейчас сделал? Вот в прошлый раз то же самое было, но после этого я... Что-то не знаю, я что, изменилось, конечно. Что-то я не понимаю. Моя маляха не понимает, что происходит. Что я, собственно, сделал? Ну, что-то сделал. Так, получается, ну вот они, дайте, какие-то колонны, которые отправляют что-то вверх куда-то, непонятно, что это, почему, блин, нихера непонятно, в общем, что вообще такое, что происходит, тогда здесь лезем, в общем, здесь, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ножку ударил, пятка болит, ёп, да что ты тут, высота-то несерьёзная, что ты, блин, стонешь-то, как я не знаю, что-то в самом деле-то, что там сбоку вылазает, не надо, что это такое. Усиление скорости. Да иди ты со своим усилением скорости. Я и так хорошо бегаю. Вон, видишь, даже только что ногу повредил, а сам бегаю как последний раз. И планета сами какая здоровая. Мне, кстати, очень доставляет музыка загрузки здесь. Прям такая дун-дун-дун-дун. Ладно, пойдем тогда дальше, пробежимся. Я здесь постоянно поднимался налево-наверх. Посмотрим, что у нас там. Блин, как планета близко. Аж прямо... Я аж ее стесняюсь, блин. Я не знаю. Как будто она за мной подглядывает. Не смотри на меня, я стесняюсь. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь внизу. Я постоянно туда наверх поднимался, сейчас мы посмотрим, что здесь есть. Может зайти попробовать водичку? Может, типа, днем она теплая? Хотя, если честно, она не внушает мне вообще теплоты, да и, в принципе, она там, по-моему, какая-то волнистая. Очень сильно волнуется, нервничает, напрягается. Так, а здесь что есть? Так, там вроде ничего, здесь что-то я здесь не был. Фигуру. Прям старательно кто-то это все выкладывал, ведь правильно? Только ничего мне тут не оставили. Могли бы какое-нибудь указание оставить, там еще что-то. Опачки. Так, а там что? В принципе, я понимаю, что мне нужно. Мне сейчас нужно для прохождения дальше, мне нужно собрать этот гребаный... Угроза обезвоживания. Да что ж ты, у тебя жажда такая на тебя напала, а? Давай, заканчивай так сильно хотеть пить, а то у тебя не хватит две бутылки даже. Так, что здесь у нас? Ничего, да? Так, ну там это я был. Так, обломок. Обломки кораблей нету, да? Ну вообще, по сути, остров, походу, не маленький. Ну, не, в смысле, небольшой, наоборот, потому что я вот уже, по-моему, кругом его обошел. Мне кажется, скоро приду к тому месту, откуда я, собственно, начал. Интересно, как на те острова попасть? Это что за светящиеся камни, блин? Эй, ты кто? О, следы от ног есть, смотри. Ног нет, зато есть следы от ног. Шикарно просто. Так, ну слушай, здесь я не был нифига. Слушай, а может кувалду взять? Ну-ка. Что-то ничего с ней не происходит. Зачем эта кувалда вообще нужна, непонятно. Так, ну я себя и вас обрадую, я здесь не был. И там я не был. Главное это дело все осмотреть до вечера. Ночером нам надо отсюда будет дристануть куда-нибудь. Найти какое-то укрытие, пещеру или что, еще что-то в этом духе. Блин, я что-то не могу никаких запчастей больше найти. Блин, что, уже темнеет, что ли? Да ладно, что так быстро-то? Блин, уже солнце сами в зенит уходит. Так. Ну это я какой-то срез получается. Я сейчас выйду опять там, где я уже был, по-моему, мне так кажется, да? Так, стопы. Ну-ка. Это что у нас тут такое? Ну-ка. Так, отцы наши говорят о первом великом дожде. Покуда скидывались мы с гор к морю, отцы наши говорят о первом великом без... Дожде. Там, где ну, ждали в горах, нас жизнь слышали. Ну, понятно. Так, ну тут я не был. Про отцов и дожди я не слышал. Камень! Да ты чё? А это что такое? Какая-то реликвия. Реликвия жизни. О, жизни увеличили. Хорошо.
Так, что там еще отцы у нас тут делали? Отцы наши говорят о первом пламени. И как меня угнетает эта музыка вечно здесь, а? Как она прямо так нагоняет жути, прямо. Вот прям так берет, так просто оп, и тебе заставляет осмотреться. Так, в первом пламени, что сияло на горизонте. И шли мы к свету, да почувствовали на холме, а утром грядущим были покрыты водой все земли вокруг. За потопление. Потопление было у вас, господа, потопление. Правильно, тут планеты близко там это даванули там своей атмосферой и воду выдавили. Помню, что сидели на плечах высоко. Звери, что-то непонятно, какие-то зашифрованы, если честно, все надписи. Я тут немножко чаек попиваю. В каком-то каких-то пламенях идет речь. Здесь где-то вода, если надо попить будет. Да и пополнить запас. Так, это наша говорили о втором великом скитании, походу, ближайшего. Да. Что-то непонятно. О каком-то пламени идет речь, какое-то пламя, там второе, третье, блин. Время, так, время 10-го великого. В общем, тут просто какие-то записи и все. Которые мне вообще ровным счетом ни о чем не говорят. Так. Отлично. Запасы пополнили. Че, дебил? Фонарь возьми, да. Так, что еще не ночь? Нет, еще в принципе есть время. Давай быстренько осмотрим. Ну уже темнее, да? Нет, еще нормально. Так, в общем-то, не знаю, какая-то пещера, непонятно, ничего не ясно в ней. Фу, блин. Что-то в рот попало. Гадость какая-то. Так, а здесь что? Ну, я... Нет, здесь ничего интересного, мне кажется. Я сейчас там выберусь и все туда. Ну, там я сейчас выйду, скорее всего, туда, где я уже был. Походу, я весь остров обошел, блин. Беда в том, что я не знаю, но мне надо собрать этот, как-то эту хреновину, которая наверху стоит. Так. Что-то я маляха подзатупляю, я не знаю, что дальше-то делать. Так. Надо было маяк, наверное, в этой пещере оставить, чтобы если человек не вернулся. Я там, если что, пережду. Ну-ка, давай в воду зайдем. Что там пишешь? Блин, ну в принципе он плывет, вроде не сильно не мерзнет, конечно. Но блин, плыть так придется долго очень. Мне кажется, должен быть какой-то другой способ. Потому что плыть-то на самом деле не близко, блин. Чтобы понять, что она там бормочет. Вода, что-то там вода, в общем. Получается, это растение губка, кстати, она помогает вот как раз после таких вот заплывов. Ты такой вылазишь и быстренько обтираешься, но у меня нету пока больше ее, да? Я одну ее использовал. Уже, да, уже все, закат. Ну, я не знаю, далеко сильно не буду уходить, сейчас я рядом с этой пещерой останусь. Здесь, наверное, сейчас перекантуюсь еще ночь. Так, лечение. Что там? Ни хера не ясно, давай сюда сходим. Тогда у меня, видать, банки всякие брякают. Так, а там что? Пещера, что ли? Или это камень просто? Ну, так свет падает. Да, это камень. Промокание. А, ну тут он чуть-чуть маляха промок. Ну да, вот все, я, собственно, вышел вот сюда. Здесь я уже был. Интересно. Ладно. Тогда сейчас переждем ночь. Я сейчас здесь посплю. Я надеюсь, что он ночью не проснется и не скажет, что плохая погода. То все 5-10, что я смогу в этой пещере перекантоваться. И уже дальше будем двигаться по утряночке. Я не знаю, что делать. Попробуем, может, заплыв устроить, либо... Бляха, да тут высота же ни о чем. Ну что ты серьезно-то? Господи, какой ты мякиш-то, а?
Прям я с тебя не могу. Попьем и спать. Так, будильник. 10 часов, прикинь, спать вообще. Просто спать не переспать тебе тут. Сейчас проснется ночью еще будет, потому что еще вечер. Где-то сейчас время, я не знаю, как здесь, правда, темнеет по каким признакам. Но мне кажется, что, скорее всего, сейчас еще где-то часов так 8-9 по местному. Я не знаю, там, насколько там темнеет. Может, там вообще по-другому время устроено. Так, ну там ночь за окном, да, и по холоду видно вокруг, да? Так, давай тогда еще 3 часа поспим. Ладно, в общем-то я проснулся, я не знаю, сейчас осмотрюсь еще, посмотрю, куда, что, почем. В принципе, я, если честно, больше не знаю, куда идти. Надо куда-то пытаться плыть, или музыка сопровождающая начинается. Интересно, к чему-то началась музыка? Просто так или... И музыка, смотри, такая приятная, пошла успокаивающая. Обожаю такую музыку. Прямо. А что там такое? Что это там вдалеке за свет? Это вот... Он, по-моему, не статичен, слушай, он, по-моему, двигается. Ага. Это, наверное, о котором там этот Юрий говорил, светит-то. То, что он там видел, но он туда пытался подать сигнал, но сигнал не это. Ну, собственно, все, я весь остров уже, по крайней мере, вокруг я вроде прошел, насколько это возможно. Надо как-то куда-то пробираться, ладно. Найду что-нибудь интересное, включусь. Так, ну, в общем-то, нашел я тут еще в обломках кораблей еще немножко всякого барахлица. Сейчас осмотримся. Так, сухой паёк и записка от Юрия. В общем-то, получается, это чисто так, подача, то, что вот жизнь Юрия, он описывает, вот, получается, со своей командой где-то, получается, он описывал последние дни на острове, уже когда он тут доживал, и вот отношения со своей командой. Так, ну здесь я осматривался. Также я нашел на других обломках, которые были там чуть правее, в воде, ну, я не знаю, уже включать, там просто в воде нашел тоже обломок, и я там с него снял провод. Этот провод, естественно, я потом отнесу до того корабля. И все. Больше ничего интересного. Кстати, в воде лазил, в воде очень дикое течение. Меня постоянно как эту, как какую-то тряпку туда-сюда, ух-ух, кидает. И, собственно, все, больше я тут на берегу ничего не нашел. Я, честно говоря, не знаю, но я тут уже кругом туда прошел, сюда прошел. Где-то, я чувствую, что где-то рядом со мной что-то есть, но я не могу это найти что-то. Как всегда, знаете, истина-то она всегда рядом. Только ее не видно. А потом буду удивляться, как я мог это не заметить. Вот такие пироги. Ну, пока все. Конец связи. Как говорится. Ну, в смысле, я еще видео-то не заканчиваю. Вы не переживайте, я еще продолжаю. Так, слышу какой-то бубу-бубу. Пытаюсь на него выйти. Опачки. Еще внизу шел, услышал, начал прислушиваться к звукам. Отлично, точка есть. Ой, вот он, блин. Тут... Смотри, даже этот есть. Кабель сюда проведен был. Так, ладно, окей, что тут замок? У нас еще ключик есть. Слава всему, всему, что только есть, слава, блин. Нашел какой-то подвал. И что, нам опять спускаться вниз? Ну, походу, да, а что мне, больше что-то... Так, попасть внутрь здания и обследовать кабель. Ясно. Так, перекресток дорог. Как мне слезть так, чтобы не улететь туда? Лететь-то далеко. Блин, ладно. О. Как это? А, все, я уже полез. Я понял. Фу, ну слава богу, хотя бы что-то нашел. Вот, люблю когда этот момент, когда ты лазишь, получается, у тебя сейчас без записи сколько? Минут-то 15 ходил. И не мог найти истину. И когда вот так ты находишь ее, это, конечно, круто. Как бы только я не пожалел о том месте, куда сейчас спустился. Получается, мне нужно исследовать кабель, я так понимаю. Да спускайся тут уже, ради бога. Так. В пещере. О, сохраненочка, отлично. Хорошо. Так, что тут опять за иероглифы? Рисунки каких-то созданий. Тут все по-английски, да? Угу. Понятно. Тут что?
Так, просветление есть. Троица, что следует священному свету. Так, посланников небесных, в отличие от восставших еретиков, что были покинуты. Что-то были, ладно. Получается, вот эти священные ребятки. Это что, четверка, что ли? Какая-то протянутая четверка, если честно. Так, тут что у нас? Надо было, кстати, похавать наверху, что-то я не подумал об этом. Пусто тут. Это что? Кристалл света? Так. Хрупкая стена. Ну вот, и кувалда нам пригодилась. Сейчас. Мы эту хрупкую стену-то разберем. Так, все. Вот такие пироги. Конечно, я бы так вручную бы, конечно, это все сделал побыстрее. А что, нельзя? А вот еще можно. Кстати, значит, о, и низ. Что-то сразу низ нельзя выбить. Так вот, по частям, все так. Так, еще у нас здесь какой-то механизм, слушай. Тачечка. Так, кабель прокладывается туда. Так, здесь все закрыто, слушай. Ну, здесь я точно не пролезу. Я, по-моему, не... А, ну, хотя, подожди. Мне кажется, не получится, конечно, но я попробую. Да, не получается. Так, и что делать? Подожди, а это что такое? Указатель один из одного исток. Истоки света. И что? Какая-то что? Вершины гармонии. Непонятно. Вершины гармонии. Я у Туку видел, как великий Адар Сум сидел верхом на земле, словно бы это была лошадь. Он говорил с ветром, и ветер говорил с ним. Ветер заставил горы идти. Какой-то прям бред, если честно. Я не знаю, что это такое. Я так видел, как молнии с божественным, да, великим, могущим. Ну, понятно, все. Все тут кто-то что-то видел. Что я сейчас сделал? Я на кнопку наступил. Так, тут стена сами-ка. Стена льда. Так, ну ладно, значит, мы идем сюда, что? Вот так вот случайным образом просто наступил на кнопку и получил результат. Вы покидайте, блин, напугало. Покидайте область. Вот сейчас будет классная музыка, сейчас слушаем все. Просто Нирвана. Эй, где Нирвана? Во, Нирвана. Блин, я если честно, от нее тащусь, от этой музыки. От этой заставки в целом. Не знаю, мне она очень нравится. Обычно я всегда на паузу ставлю, чтобы ее пропустить. А сам сижу и наслаждаюсь тут. Просто растекаюсь такой и слушаю. Мне прям нравится. Эти перетекающие планеты. Красиво на самом сделано. Интересно, почему только не всегда музыка сопровождается в игре. Ну как бы нет, тут постоянно какие-то звуки начинаются. Где-то нагнетающие, где-то наоборот расслабляющие. Вот как-то от чего, правда, это зависит? То ли какие-то моменты интересные происходят рядом, то ли чего. Вот. Ночью, кстати, я заметил, что либо в пещере, либо ночью музыка более такая напряженная. Утром или днем она более такая спокойная. Вот вы понимаете, почему теперь я пропускаю, да, заставку? Она очень довольно-таки долго и повторяется. Музыка. Так. Фух, идем по кабелю. Сохраненочка. Очередная пещера в нашем списке. Так, ладно. Паутина, мне это не нравится, нифига. Калории, кстати, у меня калории заканчиваются. Блин, я, кстати, у меня еды-то... Нет, есть еще еда. Так, коридоры тьмы. Один. Не нравится мне это. Коридоры тьмы, блин. Так, эта бутылка пустая. Где-то здесь есть квада, я слышу. Это что такое?
коридоры, тьму, я понял. Вот, вода, сейчас пополню хотя бы воды запасы. Начинаются опять приятные звуки. В пещерах всегда очень приятно. Мало того, что тут узкие пространства, так еще и какие-то звуки постоянно. Еще и кабель сюда кто-то какой-то провел, такой шикарный здоровый кабелюку. Да, здесь хотя бы светильники есть иногда. Так, вижу какие-то двери. У этого, кстати, светок почему-то холодно, он какой-то холодный свет. Постоянно возле него персонаж замерзать начинает. Как это ни странно. Так. Блин, еще постоянно такое ощущение, что за мной кто-то бегает, а? Ну что вы заканчиваете уже с этой ерундой, а? Не смешно. Так. Ага, ну тут понятно, в принципе, все очевидно. Сейчас, подожди. Подожди. Эть! Хе-хе-хе. Ну, не баскетболист, конечно, но попал. Так. Конопулечка, не? Нет, не конопулечка, это беда какая-то. Беда беспонтовая. Почему здесь ничего нету, блин? Постоянно я их открываю, а там ничего нет. Сейчас какая-то ловушка какая-то окажется. О! Еда, отлично. Еда, кстати, мне нужна. Ой, тут еще и запасы какие-то. Еще запасы еды, это здорово. Так бы взял кувалду и как разбил бы это все, статуи эти. Конечно, это нельзя делать, это что-то священное место тут, это священный памятник чему-то. У него 4 пупка, кстати, я, по-моему, кстати, это уже подмечал. Я могу, кстати, по колонну прыгать, только не знаю зачем. И колонна, кстати, разного размера. Могу так по колонне, так как к нему на голову, и так с головы на люстру, так и выходу. По-моему, кстати, что такое придется делать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Да спустись-то уже, ё-моё. Ради бога. Какие-то символы, типа это. Механизм какой-то, что ли. Только я с этими символами никак взаимодействовать не могу пока что. Но мне кажется, здесь какой-то спрятан механизм. Что за звуки? Так. Непонятно. Ну, тут вроде... А, вот, стоп, что это? Ящик. Отлично. Еще еда. Тут вежливо мне оставлены запасы еды, представляешь? Пусто. Еды, много еды, отлично. Это значит, что мы скоро здесь погибать будем. Это в смысле то, что мы здесь надолго, да, я так понимаю. Так, ну да, походу надо прыгать по этим колоннам. Может быть, как-то можно с ними воздействовать, я не знаю. Ну, давай попробуем. По сути, мы даже можем по ним не прыгать, мы можем просто на них это диски попытаться, ну хотя диск попытаться на них попасть, это такое сейчас будет веселое дело. Хотя тут я не допрыгну. Вот тут я могу допрыгнуть. Тут я допрыгну, до туда допрыгну, а там смысл зачем? Зачем мне туда прыгать? Давай попробуем. Если упаду, разобьюсь нафиг. А дальше я не допрыгну. Так. Так, ну давай. Мозги парить, что тут скажешь. Миска. Миска. О. Так. Ну, конечно, это здорово, но туда-то диск-то не докину никак. Я могу ему на голову докинуть. Тут что-то есть. Вон шланг. Блин, такое ощущение, что я опять что-то не вижу. Ну-ка. Да ну нафиг, мне это нереально. Не-не-не-не-не, вообще нереал. Так, ну туда даже если кто попаду, что там-то интересного? Там вон какая-то дырка есть, но туда... Так, ну давай попробуем. Прости ваше непонятное существование, но мне нужно попасть к вам на голову.
Так, на каждом месте надо осматриваться. Здесь ничего, да? Вот, да видишь, какая-то дырня есть. Может, в эту дырню надо? Больше чего еще куда надо, хер его знает. Так-то больше вроде и все, и деваться некуда. Да, пробуем. Блин, такое, что она не там, и дальше как блинчик прыгает, а такое, хоп, сразу и останавливается. Здесь, по сути, можно, конечно, и допрыгнуть, но безопаснее будет вот так вот. Не, давайте чуть подальше, не хочу я на краю. Туда по теории можно. Так, подожди, тут край-то я не вижу. Туда по теории... Ой, подожди. Вроде да. Или нет. Что-то они туда не залетают, слушай. Ну-ка, фонариком сюда посветить вообще чуть видно, нет? Ну да, там, смотри, там дырка-то есть. Есть дырка, значит, туда можно попасть. Да чтоб тебя. Да не. Не, она туда не залетает. Что-то не то. Как-то с этими нужно... Получается, с этими нужно взаимодействовать как-то. С... Как-то, мне кажется, эти колонны можно регулировать. Типа опускать, поднимать. Может быть, даже передвигать. Хотя передвигать, наверное, вряд ли. Не, ладно, фигня все это. Выпачимся тогда вниз. Так, надо подумать. Да возьми ты фонарик-то, ёб твою мать-то. Фонарик возьми. О. Давай пробуем кувалдой, может, что-нибудь потюкать тут. Да нет. Так, ну-ка давай-ка наверх тогда. Давай тогда наверх. Посмотримся здесь еще раз как следует. Так, механизмов здесь никаких нету, да? Механизмов тут никаких нет. Так это не механизм, это куб. Блин, ну как-то тут... Какое-то должно быть с этим всем взаимодействием, мне кажется. Блин, а. Понятно, мне пока ничего вообще абсолютно. Какая-то загадка, блин. Так, ну-ка давай-ка попробую отсюда вылезти обратно. Да что ты не берешься-то? Ну в самом-то деле. О. Тут, в принципе, все. Тут больше ничего нет, да? Тут никаких проходов, нифига, никуда. Тут вроде все. Водичка, водичка, водичка. Артефакты какие-то. Ну, когда я пришел, там все, там дальше уже получается конец. Какая-то тряска, сохраненка. Так, ну там есть лед, конечно. Ну-ка. Ой, не-не-не, я передумал, не хочу, я пошутил. Не надо мне загружаться только, не надо. Все, я понял. Я не хочу. Там есть лед, который, я не знаю, может быть, его можно как-то растопить или расколотить. Так, давайте, друзья, наверное, пока на этом закончу данную серию. Не знаю, если у вас какие-то, может, предположения, можете подсказать, написать в комментарии. Я, собственно, пока, если честно, вообще я ума не провожу, что здесь и как нужно сделать. Надо будет думать. Или гуглить, или самому догонять, в общем. Такие вот пироги.
А вы, друзья, подписывайтесь на канал, если вы в первый раз. Ставьте лайки, если вы в первый раз или уже подписаны на мой канал. Это очень важно. Пишите комментарии, опять же, да. Добавляйте группу ВКонтакте. Ссылочка на плейлист со всеми сериями данной игры будет в описании. Так же, как ссылка на группу ВКонтакте. И так же, как ссылка будет на стрим-канал. Сегодня, кстати, в субботу в 7 часов по Москве будет стрим по метро. Всем спасибо, всем пока.